Кольме советский цирк не гастролировал почти 15 лет. Старое здание городского цирка, построенное около 100 лет назад, кажется уже маленьким для современных номеров воздушных акробатов, эквилибристов, для тех, кто работает по самым куполам. В ходе представления зрители знакомятся также с мастерством жонглеров, дрессировщиков собак, восторженно следят за полным страсти и неудержимой силой выступлением джигитов. Разве можно представить цирк без смешных и милых клоунов? Представление просто замечательное. Много номеров, которых мы раньше не видели. Очень высокий темп. Ждать не приходится, когда один номер сменит другой. Фантастический номер с обручами. Кроме Стокгольма, искусство наших артистов увидят также жители Баркхольма, Евле, Гетеборга. Всего будет дано свыше 50 представлений.